Всем привет, с вами Музей роботов-трансформеров, и мы сегодня обозреваем комплект моделей родом из начала 2000-х. Относятся они к трансформеры роботы под прикрытием. Сам мультсериал 2001 года, а серия моделей началась разработка их с 2000 по 2002 год. Данный комплект, три робота в одной упаковке, идут нам из 2002 года. Состоит он Night Cruise, Mirage GT, Scavenger. Давайте вскроем, посмотрим, что из себя представляют модели начала 2000-х годов. Прям чувствую себя героем фильма. Крепко держится. Не умойся. Героем фильма «Назад в будущее». Ток. Не хватит доставать. Все, вышел. Да. Коробка. Комплект снарядов. Инструкция. Давайте аккуратно инструкцию вскроем. Конечно, тогда трансформеры были достаточно простые, но инструкция поможет нам не сломать их. Так. Большая. О, односторонка. Давайте вот так вот ее поставим. И непосредственно сами модели. Обалдеть. Они еще на проволоке. Фантастика. Фантастика. Чудеса. Проволока-то еще хорошая. Толстая. После обзора практически сразу данные модели встанут к своим друзьям из этой же серии. И закручено. Я еще переживал из-за пластиковых стяжек. Совсем забыл, каково это раскручивать такие серьезные запаковки. Что ж такое-то? Она еще продетнута. Эту придется доставать. Да. Серьезно. О, первый готов. Фу-ху-ху-ху. Ладно, следующий пошел. Давай, доставайся. Ну что ты вредничаешь? Доставайся, тебе говорят. Можно было, конечно, их перекусить, но я почему-то хочу именно их извлечь без повреждения этих соединений. Почему, не знаю. Какое-то такое сегодня внутреннее желание. Так, почему? О.
Все, эту часть можно убрать. Пол беды сделали. Теперь есть тут еще резиновые хомутики, которые тоже одеты для защиты при транспортировке. Вот. Эти я разрежу. Вот так, невзначай, спустя определенное время, казалось бы, банальные вещи превращаются в что-то действительно уникальное и раритетное, что очень сложно найти и иметь возможность показать. А кто-то посвятил свою жизнь для того, чтобы их разработать и произвести. Огромная благодарность этим людям и этим компаниям, которые, пускай даже и с целью получения выгоды это делают, но при этом создают такие произведения искусства, которые неповторимы. Удивительно, как он держится. Да, кстати, вот эти силиконовые хомутики, они практически рассыпались. Так, ну, давайте посмотрим поближе на... Тут большая конструкция. Ну и все. Да, есть. Как будто шейба, о, клюшка с шейбой. Так. Так-то забавно выглядит. Это у него еще и рот. Класс. Так. Стремитель прям с каким-то еще этим. С краской необычной. Как будто он. Как сказал бы один хороший мой знакомый, проливочкой пролит. Стремитель. Желтый мираж. Чудеса. Сейчас поправим вот так. И что нам скажет инструкция? Вроде бы достаточно просто все. Ну здесь могут быть ракеты. Ну-ка сейчас поставим. Не ставишься. Да, о, ну-ка. Стрельнем сюда. Предлагает. Что такое? Странно. По картинке вроде все просто. А, вон как. Эффектно.
Хорошо. Стреляет. Так, далее что? Что предлагают? Предлагают вот эту часть сдвинуть вот сюда. Эту часть сдвинуть вот сюда. Это будет перед. Значит, вот так. Вот так, да. Здесь у нас ножка. Проще сюда завести тогда. Так, руки. Что предлагают руки? Я даже сейчас не вижу, где тут что у него. А, вот. Это одна рука, это вторая рука. И... А кто из вас руки-то? Странно. Почему-то... Какое-то не такое ощущение. Ну, походу, вот так все. Далее выходит центральная часть. И, да, вот такой вот. Это кто у нас? Это у нас Найт Круз. Пусть так пока стоит. Ты только не падай. Хорошо, Найт Круз. Ладно, давайте далее сделаем Миража. Что у нас Мираж может? Я так понимаю, что у него могут быть вставлены вот эти штуки. Вот сюда. Как-то они непонятно вставлены. Это как будто выхлопные эти трубы. Тогда все становится понятно. Да, вот, видите. Зачем это хвостик ему на голове? Ну, на картинке показано, что он остается. Ладно. Давайте трансформируем. Открыли руки. Дальше потом ноги пойдут. Жестко. Фантастика, фантастика. А, ну тебя можно было, кстати, убрать. Да, потом попробуем сделать еще раз вас всех. Так. Немножко страшновато трансформировать. Все-таки пластику 20 лет без малого. Какой? Тапочки, что ли, такие у него? Интересно, перед, зад у него куда? И так смотрится неплохо. Походу, вот таким образом нужно. Так, сейчас бы поднять бы вот эту часть полностью кверху. Страшно. Сейчас. О! Да. Ну, в принципе, блин, он
Он похож на чужого. Ой, на хищника. Смотрите, ну прям один в один шлем. Дредов только не хватает. Да, стоять может. Руки. Есть. Интересно. Шайба, колотушка. Со всех сторон посмотрим. Интересно, знаете, что я не посмотрел? Где здесь оттиск компании производителя? А, да, вот вижу. Так, что нам пишут? Нам пишут, что 2001 года. Есть. 2001 года разработан он и выпущен. Но серия в продажу попала с 2002 года. Хорошо. Мираж, он же хищник, готов. Так, скавенджер. Звучит как-то по-знакомому. Все они автоботы. Ну-ка, если так все-таки сделать, что-то мне так больше нравится. Он так меньше падает. Так, скавенджер, да. Его. Я его съем. Так. Что-то как-то вот вроде сюда это все должно. Почему не втыкаешься? Ты же должен зайти сюда полностью. Нет, не полностью. Далее. А, смотрите-ка. Я забыл срезать еще. Ну, так они. Они практически высохли. Далее. Да, это все сюда идет. Это все идет сюда. Забавно, что-то у меня ощущение, что мы сейчас будем смешно смеяться. Так, а пяточки у тебя есть? Нету пяточков, да? Зачем эта штука здесь? И причем только с одной стороны. Так, голова. А, так все, что ли? Какой необычный персонаж. Интересно, он стоять-то может. Так, давайте его поглядим поближе. Голова у него вот эта вот из бойницы. Ну, из амбразуры, то есть два глазика, прозрачный синий пластик, руки клешни, ноги, да, есть даже колено, может и поднимать, и опускать ногу, руки тоже функциональные. Но вот эта часть мне только непонятна. Тут что-то там есть. А что это и зачем, не знаю. Возможно, данный элемент был где-то показан либо в мультсериалах, либо в комиксах. Вот не сталкивался. Ну или не запомнил. Если кто знает, что это и зачем, напишите в комментариях. Будет очень интересно узнать. Не только мне, но и всем, кто прочитает. Хорошо.
Вот они, три персонажа из 2000-х. Давайте их сейчас попробуем собрать обратно. Прячем голову. Поворачиваем, ставим. Рано. Поворачиваем. Объединяем. Здесь оно фиксируется. Кстати, неплохо фиксируется. Далее. Где тут? Вот такой вот достаточно интересный истребитель. Давайте его сделаем все-таки с ракетами. Попробуем сейчас повторить процесс с 5. О, как страшно и жестко. Действительно жестко, действительно страшно. Низ состыкуем. А вот так оно смотрится, кстати, неплохо. Все, теперь понимаю. В принципе, да. Точно, это же ведь болид Формулы-1. У них кабина необычная. Ладно, здесь давайте сделаем отсылку на и нормально закрывается это. Все, вот, идеально. Очень люблю, когда все идеально. Стыкуем, да. Сейчас вот смотрим, где тут стык. Хотя что-то тут странно. Почему ты не поворачиваешься? Да, вот так вот. Стыкуем. Состыковали. Да, получается, вот эту часть мы делаем вниз, эту мы делаем вот так и заводим вот так. Нога вытягивается и здесь стыкуется вот сюда. И далее вместе. Все должно быть ровненько, аккуратненько. Смотрим, все ли идеально, все ли так, как должно быть. Тут. Да, она еще должна вот сюда зайти. Вот таким вот образом интересно изучать модели трансформеров, ту идею, которую в них реализовал их автор. Бегом. Чего ж ты как-то вот? Как будто что-то вот с тобой не так. Ну-ка. Нет, все нормально. Удивительно. Ну и пробуем еще раз с
с этим необычным трансформером. Не, ну реально необычный. Просто слов нет. Вообще сложно назвать трансформером. Это что-то какая-то закоряка. Какой-то, как будто какая-то техника. Ну, в принципе, да. Наверное, все готово. Можно вот его в таком формате представить. Ну. Ну, если он у вас когда-либо появится, такой или не такой, попробуйте сделать что-то по-другому. Хорошо, на этом можно, в принципе, завершать обзор этого пака. Три робота из 2000-х. Поставьте лайк, подпишитесь к нам на канал, нам будет это полезно и приятно. Мы вас за это заранее благодарим. Приезжайте к нам в музей. В музее представлено огромное многообразие трансформеров, которых стоит увидеть и узнать о их существовании. Всем пока!